Ребятки, всем привет! Это шоу «Пошазамим», в котором обычные люди и в то же самое время известные личности бросают вызов беспощадной машине под названием «Шазам». И сегодня к нам в гости пришли Карина Аркелян и Андрей Белачев! Привет! Всем привет! Как, готовы разорвать вообще все? Нет. Я не готова лично. Ну, я так средне, знаете, у меня как бы есть ощущение того, что я как бы могу. Но с другой стороны, я понимаю, что Карина больше должна знать русские песни. Мы слушаем много песен, но их названия не знаем. Ну вот сейчас мы узнаем, насколько сильно вы не знаете их название. Прям не знаете или вообще. У нас есть 5 категорий, и перед каждым раундом вам нужно будет выбирать. Новогодние песни. Раз. Хиты сейчас. Два. Блогеры. Три. Женатики. И песни 2000-х. Хиты сейчас, наверное. А мы кто? А вы пока не женатики, но блогеры. Хиты сейчас тогда выберем. Ну или как? Ну я типа делаю ссылку к блогеру, но давайте хиты сейчас. Хиты за 300. Окей, первый раунд. Хиты сейчас. Погнали. Чура, добить. Не знаете. Да, вы же вообще близко-близко. Я слушаю, я знаю эту песню. А мы об этом будем с припева включать? Или так, это в этом фишке? А может быть, ты придумаешь свое шоу, в котором будешь начинать с припева? Окей. Блин, ну это сложно. Обогнать Шазам, во-первых, я слушаю много песен, но я не знаю их названия. Вот в этом проблема. И это не моя проблема, а ваша, ребятки. Счет 1-0, второй раунд. Какую категорию выбираем? Блогеры. Блогеры? Уверенно а сказал. А есть зарубежные Андрюха. Хиты? Нет, вот вам не повезло, у вас есть только блогеры. В следующий раз внесите этот пунктик, пожалуйста. Special for you. Хорошо. Второй раунд. Блогеры. Поехали. Ну? Марьяна Ро, сюрприз. И это правильный ответ! Мы победили! Мы не победили еще, погоди. Это правильный ответ. Слушай, ну как вообще? Я сначала, знаешь, до меня не дошло, что нужно обогнать Шазам, резко нажимать. Я что-то такая перевариваю. Так, правильно я ответила, неправильно у себя в голове. Ну ладно. Получилось. Круто! Это первое значит, набранное очко. Что она слушает Марьяну Ро? Я не слушаю, эта песня заезженная. Это неплохо. Она заезженная. Алло, это неплохо. Я не говорила, что это плохо. Я тоже? Это просто хорошо. Начала оправдываться. Это хорошо. Вот мы к этому и пришли. Счет 1-1. У нас борьба. Третий раунд. Какую категорию выбираем? Можем остаться здесь, можем пойти в новогодние, в женатики, это музыканты, которые замужем или женаты, или 2000-е. Знаешь что, Карин, я предлагаю новогодние вот как бы отделить и отбросить сразу. Вот да, новогодние мы брать, кусок. Наверное, не будем. Да, окей, окей. Женатиков можно... давай попозже по рофлу выберем просто, чтобы просто поугарать. Да. Я предлагаю блогеров. Да. Да. Ну, раз уж у нас пошло, собственно говоря. Третий раунд, категория блогеры. 1-1, поехали. Никита Златоуст, тебе все мало. Как называется? Никитосик. Это правильный ответ! Никитосик! Я сначала тебе все мало, потом Никитосик, господи. Вау, счет 2-1, мы вырвались. Молодец, молодец, ты угадал, господи. Да. Ну что, остаемся здесь или идем в какую-то другую категорию? Остаемся здесь. Ну да, здесь мило, комфортно, почему бы нет? Мы набираем стабильные очки. Я знаю много песен блогеров, вот, поэтому я думаю, что... Я предлагаю послушать «Дис на мову». Не, не надо. В исполнении Карины Аркелян. Я предлагаю вам его не угадывать. Да, 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 да. Мы такие, что за трек? Окей, четвертый раунд. Категория блогеры. Поехали. Я не знаю, кто это. Опа, новый ролик, я уже думал, ты умер, слушай, я готов на лох. По голосу да. Это Янго, но это Янго. Но нашлась другая песня, я так понимаю. Шазам не победил, я считаю, здесь, потому что, ребят, песня нашлась другая. У нас уникальная штука, подождите, подождите. Это не заявка ли это на плагиат? Ну-ка. Кстати, смешно, можно нам еще раз, пожалуйста, врубить? Это правда Янго. Мир не бывший, правильно? Да. А Шазам не угадал. Уважаемый Янго! Но мы тоже не угадали. Уважаемый Янго, мы нашли человека, у которого вы сбайтили свои треки. И почему-то, кстати, заметили, да, что здесь 3000 Шазамов, а там 300 тысяч. Да, да, да. Наверное, какая-то популярная песня была. Да. Это в первый раз в истории. В первый раз в истории, когда Шазам ошибся. А вы, кстати, сказали, это Янго. Да. Вы не назвали песню. Полбалла. Да. Поэтому вы получаете полбалла, а Шазам получает ноль вообще за четвертый раунд. И у нас 2,5-1. Шазам скатился. Ну хорошо. Все. Без лайка, списка. Пятый раунд. Куда идем?
Влево-вправо, я считаю, по прямой надо по блогерам дальше двигаться. Можно еще раз по блогерам, а потом куда-нибудь еще сдвинемся. Ну все, давайте, пятый раунд. Блогеры, у нас комфортное преимущество. Поехали. Очень быстро нашлась песня. Ну вот видишь, он решил реабилитироваться. Это Гэри. Что это? Гэри, Герман Черных, «Малиновый закат». Герман. Я не знаю. Я даже не знал, что он поет, я клянусь. Я тоже не знала, что он поет, нет. Но, типа, но песня прикольная, мне понравилась сначала. Да, первые 3 секунды прям огонь. Нет, она именно плавник. Окей, ладно. Ну, ребята, я рад, что мы приобщаем вас к творчеству других людей. 2.5-2, вы все еще впереди. 6-й раунд. Какую категорию мы сейчас отгадываем? Нам надо фору выиграть, поэтому в блогерах мы остаемся, я считаю. Это. Думаешь, в блогерах? Ты хочешь другую? Давай мы выиграем фору в блогерах, а потом уже, я считаю, перейдем в другое. Ну, ладно, хорошо. Давай. Блогеры так блогеры. У нас такой сегодня эдишн. 6-й раунд. Поехали. Котятушки, нажги, зажигай. И это или внимание лимонад. На Шазам. Зажигай, это правильный ответ! Все отлично. У нас 3.5, а у Шазама 2. Как вы считаете, накопили фору? Я предлагаю свернуть куда-нибудь в сторону. Налево. Думаешь? В сторону чего? Ну, раз с блогерами у нас так все нормально получается. Раз мы с тобой вместе, то давай, может быть, как там, семейники? Семейники, женатики. Женатики. Да. Ну, да. Ты видел, он за минуту до... Я предлагаю свернуть налево. Стоит такой... 4.19, 4.20. Ослабевший вообще. Давайте попробуем. Женатики. Окей. Сейчас будет трек женатого или замужней... Ну, женатого человека или замужней женщины. Погнали. Полный сюрприз. 3.5-2. Это Бибер. Кто? Как песня называется? Sorry! Sorry называется песня. Но ты был быстрее, чем Шазам. Я хотел Карин сказать I'm sorry, что я не угадал песню Sorry. К сожалению, к сожалению. Счет 4-2.5. Джастин Бибер, новоиспеченный женатик, кстати. Мы все еще держим фору. Вы все еще впереди. Да. Это клево. Мы привыкли. Осталось 3 раунда. Что мы угадываем сейчас? Давай еще женатики, раз так поперло, че уж. Ну ладно, раз тут английская песня попалась, может быть, еще раз фортанет. Да, в этом все и дело. Окей, окей, случайно попали на единственную английскую песню. Окей, сейчас будет сюрприз. Погнали, 8-й раунд. Давай, нет, стой, давай не сюрприз, давай все-таки сюрприз, как в тот раз, чтобы была английская песня. I'm sorry, guys. Окей. Окей, let's go. 8-й раунд, погнали. Пошуми. Нет. Нет. Это Вот. Я не успел чуть-чуть, Я сказал, но не зажал колокольчик. Блин. Я понял, что это мод. Что ж не нажал-то? А я не знаю, я что-то пропевал в голове и забыл. Я тоже. Ах, 4, 3.5. Так. По итогам 8 раундов мы все еще впереди. У нас осталось 2 финальных. Карин, нам нужно какие-то победные. Да, победные, блогеры. Я считаю. Блогеры. Ну, здесь мы тоже у нас как бы есть, понимаешь? Здесь у вас пока шансы. Проигрыш полный. Да. В плане нет, ну, это сложно. С блогерами легче угадывать. Думаешь? Песни, потому что они везде вертятся по всяким пабликам или там на канале. А вот он, знаешь, такой вылез из подвала, такой ну, шараут и залез назад. Так, решайте в итоге, что, блогеры? Блогеры. Окей, Карина принимает решение в этой паре сегодня. Я все понял. 9-й раунд, блогеры. Поехали. 4, 3.5. Алкоголик. Кто? Little Big, нет? Не знаю. Да. Little Big, молодец. Да? Да. Так можно? Так можно? Мне нужен повтор, блин. Так можно? Она сказала название, а я сказал Little Big. Да, она сказала неправильное название, сказала I'm not alcoholic, а трек называется I'm okay. Но ты успел засунуть свой Little Big перед тем, как он назвал. Хотя бы. Это был комплимент твоей стороны. Little Big, окей. 4.5-4 перед финальным раундом. Куда идем? Блогеры тоже. Думаешь? Все, да, ну, последнее это получается? Да, это самый финальный. Либо вы, либо Шазам. 4.5-4. Угу. Ага. Угу. Нам надо хоть что-нибудь. Да. Шазам, пожалуйста, не отгадывай Андрей, сейчас, если можно. Блогеры, давай, хорошо, блогеры. Все, блогеры. Итак, блогеры, мы на вас надеемся. Финальный раунд. Либо Карина и Андрей забирают сегодня победу, либо эта машина, как всегда, всех победит. Мы заберем звонок. Погнали. Как вариант? Бей мне просто. Ну нет, ну что же за сложный трек? Я не знаю. Пусть он не угадывает.
Кто? Марисен. Откуда мы могли это знать? Вообще, кстати, да. Ну, у вас был шанс выбрать женатика в 2000-е. Надо было Новый год выбирать, потому что он скоро, но, к сожалению... Ты его отметнул. Кстати, сама, да, ты, кстати, отметнул, но, возможно, это я, то есть, что мы виноват, бы да? могли угадать как Новый обычно, год что? Хотя да, бы да. одну песню. Ну, ладно. Итак, в сегодняшнем батле, в жестком бою, к сожалению, проигрывают Карина Андрей Шазаму. Но вы все равно красавчики. Спасибо. Спасибо. Как вам было вообще? Отлично. Мне понравилось, что мы бок о бок шли. Интересно. Да, атмосферненько было. Вместе угадывали. Ну, вот блогеры, конечно, вы открыли золотую жилу, да? Ну да. С блогерами легче, нежели чем с американскими песнями. Но единственная американская песня, я ее угадал. Но не до конца, естественно. Не совсем.